Всем привет! Я шью дочке платье. Обалденное, из розового вельвета. Девчачьи. Но сегодня я шить не буду. Сегодня я буду клеить. То есть справлять свою швейную машину. Она у меня поломалась в начале лета, наверное, в июне месяце. На самом деле в эту субботу будет юбилей. Ей 10 лет. Мы закатим вечеринку, если, конечно, я ее справлю. Что же не так? Что произошло? Так как места для шитья у меня очень мало, мне приходится ее переносить. И вот так я ее поднимаю. Но я не придерживала вот эту часть. И в конце концов, несколько раз она падала. И уже упала усиками. Такие усики стоят, которые заходят в основной корпус машины. И на этих усиках и держится вот эта отлетная деталь. Я, недолго думая, быстро образдела, но раз так, раз ты уже сломалась, а новой машины у меня пока нет, я на нее еще собираю, я решила исправить ситуацию скотчем. Но, честно сказать, скотч как-то не очень хорошо держит, и через время вот эта деталь начинает так вот проседать, и потом отваливается. Да, шить можно, но это некомфортно, это раздражает, и минус в том, что это эстетически не очень красиво. От скотча остаются вот такие вот следы от клея, куда залипает весь производственный мусор, нитки, пыль и так далее. И все это надо вымывать, а вымывается сложно. Я снимаю на камеру, мне хочется показать видео красивое, чистенькое, чтобы вам было не просто полезно его смотреть, а еще и приятно. В тот момент, когда у меня сломалась эта деталь, я как-то не подумала о том, что может быть суперклей, ее склеить. Я сразу склеила скотчем и дальше продолжила шить. Пару недель назад мне приходит письмо от Чудо-дома о том, что они хотят протестировать какой-то нанопластик, чудо-пластик. Это какое-то чудесное совпадение. И я решила, что это мой шанс продолжать получать удовольствие от шитья, а не мучиться. Поэтому сегодня, сейчас я буду клеить свою машину и посмотрим, что с этого все получится. Но я все-таки решила протестировать и суперклей, то есть сравнить. А верно ли, что этот клей будет лучше, а суперклей вообще не склеит? Хотя в суперклей, честно сказать, я не верю, потому что вот эти усики, здесь все очень маленькая область, которую нужно приклеить и прикрепить сюда. Во-вторых, вот этот вот пластик не отсюда, потому что усики оригинальные, когда они обломались, я их просто выбросила, чтобы они мне тут не лежали и не захламляли. Эти усики я вырезала сама из кусочка пластика, который остался у меня после айфона, при помощи мультимастера. Получились у меня вот такие маленькие детальки. Задача стоит следующая. Приклеить эти мелкие детали к основной части, при этом еще и из разного пластика. Так, я предварительно обезжирила поверхности. Тут обязательно нужно прочитать инструкцию по эксплуатации перед тем, как клеить. Потому что вот этот свет, ультрафиолет, при помощи которого застывает вот этот клей, который находится в тюбике, он опасен для глаз. Так, что у нас тут входит в комплект? Ой, какой запах, с ума сойти. Ага, тут вот эти вот салфеточки есть для того, чтобы обезжиривать поверхности. Так, ультрафиолетовая лампа, вот она. 4 мл жидкости пластика внутри в тюбике. Батарейка. Желательно глазками не смотреть туда. Я даже взяла очки. Так, ну давайте сначала начнем. Суперклея, правда? Он уже почти высох, я уже подумала, что его там нет. Так, наношу суперклей. Надо действовать быстро. Прикладываю и держу. Ну, я думала, он не склеит. Вот он как бы держится, но да, не схватился. Ладно, в общем, что-то схватилось. Пусть пока будет. Давайте начнем клеить вот этот усик. Вот он вот так вот. При помощи использования наноклея. Да,
интересно, это будет интересно. Итак, открываю. Ага. Все, это такой тоненький усик. Очень тоненький, прям вообще малыш. Так, наношу клей на эту поверхность. И на эту. Угу. Закрываю. Беру лампочку, надеваю очки. Беру лампочку. Соединяю. Ой, боже. И жду 4 секунды. Интересно, очень интересно. Наверное, со всех сторон нужно светить. Ух ты, держится. Ничего себе. Уже 4 секунды прошло, я посвечу побольше. Слушайте, держится, ребята. Боже мой, неужели я буду шить в удовольствии? Класс. Это класс. Сейчас еще посмотрим, как он будет, как он выдержит строчку. Наверное, подольше подержу. Уже наверняка. Мне еще, кстати, вот пока я держу, расскажу. В посылке пришли еще очки для вышивки. Я их уже отправила на тестирование своей маме, потому что она закончила свою работу, очень красивую вышивку крестом, и начинает новую. Вот она будет их тестировать. Потом буду тестировать я, потому что я очень хочу себе платье с элементами вышивки. Но чтобы в ней не было такого налета вышиванки, а просто с элементом вышивки, более что-то современное. И, наверное, к Новому году я вам сделаю обзор на эти очки. А также пришла лупа. И эту лупу я на нее сделаю отдельное видео, потому что там так интересно, можно рассмотреть детально. Там такой микроскоп есть, увеличивающий в 55 раз. Можно рассмотреть детально. Ну, я рассматривала нитки, рассматривала разницу между иглами трикотажными, для которой идут для машины. В общем, это интересно. Я сделала отдельное видео, потому что это любопытно. Почему бы и нет? Так, ну что? Думаю, хватит. Ёлки-палки, держит. Держит, ребята. Все застыло. Так. Ну что, что у нас суперклей держит? Ну что, суперклей тоже держит. Давайте я сделаю строчку сейчас. Скотч. Скотч долой. Вставляю. Что-то трещит. Так, есть. Тест прошел удачно, успешно. Усик с наноклеем держится. Усик с суперклеем держится. То есть, ну что я могу сказать? Могу сказать, что пока все окей. И там, и там. Поэтому я думаю, что сделаем так. На этом видео не закончим. Я протестирую, дошью платье дочке, дошью свое платье. И еще раз вернусь к этой теме и посмотрим, так ли он отличается, этот нано-чудо-клей, от обычного суперклея. Хотя производители нано-клея и продавцы заявляют, что это на самом деле реальная инновационная технология.
Как жаль, что мне не удалось зафиксировать момент поломки усика. Да, только что сломался усик. Я не снимаю этот процесс, но звук был такой примерно цок. Усик, какой же усик отвалился? Ну, что и стоило ожидать, отвалился усик, который я клеила суперклеем. Вот он, вот с этой стороны. Вот здесь он был приклеен. Ну, а другой усик вроде как на месте держится. Так, что же я успела, смогла сшить? Дошила платье дочки, дошила свое платье и даже начала шить юбку. Так, сейчас я буду приклеивать свой усик и продолжать работу. И хочу подвести итог. Если у вас есть что клеить, и вы не знаете, какой клей использовать, то если на эти детали, которые вы собираетесь клеить, будет нагрузка, как в данном случае нагрузка идет на эти усики моих рук и тканей, то суперклей в какой-то момент вас подведет. Я надеюсь, по крайней мере, на данный момент этот клей, наноклей, не подводит меня, и все получается очень хорошо. Решать вам, какой клей использовать. Мне лично опыт с этим клеем понравился. Ну, а что я тут такое шью, вы увидите скоро в моих следующих видео. Спасибо всем огромное за просмотр. Пока!